старые железяки далеко не уплывешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Это самый бинго, 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 бинго. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Это самый бинго. Так, это сюда. Алло, слушаю. Заказ принят. Копатыч, медовые булочки. Уже иду. Фу. Ну так и кто? Да что вы, самоуправляемый круг ваш кулинарный гений, как скорость света, просто недостижим. Я превосходно. Да ладно вам. Я еще не пробовал, но уже хочу добавки. В очередь, обжора. Ой, спасибочки. Благодарю, благодарю. Браво! Спасибо, хозяюшка. Ешьте уже, давайте. Что? Что-то не так? Простите, но почему пирожки соленые? И мороженое! Может, ты немножечко уставает и что-то перепутает? Кто? Я? Уставать? Не дождетесь. У меня все под контролем. Просто... Просто всех с 1 апреля. Это же розыгрыш! Ой, видели бы вы свои физиономии! Разыграла! Смешно. А разве сейчас не июль? Ой, перепутать сахар с солью. Позор, какой позор! Это же пожизненная кухонная дисквалификация. Я не справляюсь! Шароскопчик, выручай. Подскажи-ка мне рецептик универсальный, а? Чтобы один на всех и все довольны. Ого-го! Непроверенный источник информации. Ишь ты! Ну, значит, сейчас и проверим. Еда! Как много в этом слове! А ведь, по сути, еда — это батарейки, которые снабжают нас необходимой энергией. Батарейки, без которых нам, увы, не обойтись. Но вот незадача. Мы тратим на эти батарейки гораздо больше энергии, чем они могут дать. Удивлены? Я тоже. А все потому, что продукты требуют дополнительной обработки. Ведь в сыром виде они могут содержать опасные бактерии и прочие паразиты. Самый древний способ обработки – высокая температура. При высокой температуре многие бактерии погибают, а еда становится безопасной для потребления. Этот метод использовали самые первые повара на заре кулинарии. Ну и что? Хороший метод, проверенный временем.
Конечно, но как и у всех устаревших методов, у него есть существенный недостаток. В среднем мы тратим на производство еды в 10 раз больше энергии, чем в итоге получаем. При этом и сам процесс готовки весьма утомителен. Что ж теперь, совсем не готовить? Сырым все есть, что ли? Есть способ лучше. Отойди от плиты, женщина, твое место на отдыхе. А кто, простите, будет готовить? Мультиповар. Уникальное изобретение с принципиально новым способом приготовления. Затраты энергии и времени сведены к минимуму. С ним вы навсегда забудете о подгоревшей яичнице и убежавшем молоке. Мультиповар – счастье, которое не подгорит и никуда не убежит. Один клик, и он на вашей кухне. Моментальная доставка в любую точку пространства времени. Но я же просил пирожки с... Когда я ем, я глух и нем. Приятного аппетита. Ну как? Это божественно! Компрессия! Тут-то же! Кому добавки? Насчет разгрузочной пробежки? О, спорт — это чудесно. Но как насчет того, чтобы немного подкрепиться? Для начала. Точно. Было бы здорово. Но вы же только что поели. Я, это был очень good. И мы бы с удовольствием еще разок оценили ваш кулинарный гений. Ой, да ладно вам, обжоры. А можно, чтобы было так же вкусно, но чтобы без обжорства? Ма, какая внутри приятная легкость образовалась. Натюрлий! Теперь можно и на пробежку. Но ведь можно одновременно бегать и есть! Поменьше бодрости! Добавка! 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 Что за чертовщина тут творится? Ой! На любые ваши вопросы ответит служба обратной связи мультиповара. В целях улучшения сервиса все разговоры записываются. Что-то с этой мясорубкой не так. Что вы туда подмешиваете? Хотите узнать секрет нашего волшебного вкуса? Отвечаем. В далеком 20 веке доисторические ученые верили, что Земля плоская, а все наши вкусовые рецепторы находятся на языке. Считалось, что их всего 5 видов. Рецептор горечи, сладости, кислоты, солености и особый рецептор, настроенный на острую пищу, жареное мясо и соевый соус. Для него даже придумали специальное название – «Умами». Но наука не стоит на месте. Со временем ученые поумнели, и выяснилось, что вкусовые рецепторы разбросаны по всему организму – в носу, легких, кишечнике и много где еще! И, конечно же, вкусовые ощущения сильно зависят от запаха еды. Новая эра в приготовлении началась после открытия, что самые вкусные сочетания образуют продукты, которые имеют общие вкусовые гармоники. Например, клубника со сливками, хлеб с маслом или
Макароны с сыром. После тщательного исследования была составлена полная таблица всех вкусовых гармоник. Сложно разобраться, не так ли? Но только не нашему мультиповару. Обработав все имеющиеся данные, он создал продукт, не имеющий себе равных по вкусовым достоинствам. Продукт, от которого просто невозможно отказаться. А вы уверены, что этот продукт, скажем так, безвреден? Когда население планеты превысило 20 миллиардов, понятие безвредности, мягко говоря, упростилось. Да и что может быть вреднее голода? Ученые придумали, как производить искусственное мясо из стволовых клеток животных. А вот тыкать по кнопкам сложного прибора, не читая инструкцию, точно не стоит. Мы за ваши действия ответственности не несем. Ой! Вот. И готовила для вас не я, а эта адская мясорубка. А я уже ни на что не гожусь. Ничего не успеваю, да и продукты путаю. Еда! Фу! Еда! Фу, я сказала! Еда! Фу! Еда! 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 Отставить хандру. Что нужно сказать? Спасибо. На здоровье. Кому добавки?